Всем привет! Сегодня у нас итоги конкурса, который я объявлял 3 марта. Напомню, что призом был вот такой вот потрясающий смарт-удлинитель от Eldneo на 6 розеток и 4 USB-порта. Сам, честно говоря, таким пользуюсь и вам того же рекомендую. Сейчас мы переместимся на рабочий стол моего компьютера, где с помощью сервиса Lizonair мы определим участника, который оставил комментарий и станет победителем сегодня. Итак, господа, у нас на экране сервис LizOnAir, в котором мы вставляем ссылку на наше видео с конкурсом. И видим, что у нас здесь было 66 комментариев. Это и есть те ребята, которые будут участвовать в розыгрыше. Сейчас я нажимаю кнопочку «Выбрать победителя», и на экране появляется кто? Кто? Лена Романова. Отлично. Леночка, я поздравляю тебя, ты выиграла этот приз Smart Filter. Ну а на случай, если ты уединилась на карантине и мы не сможем связаться, я нажму кнопочку еще раз и получу претендента номер 2, Вячеслав Макарук. Ну, если и он не ответит, то выиграет парень с непроизносимым именем. Отлично, на этом у меня все. Всем спасибо за участие. Я напомню, что в следующем видео будет объявлен еще один конкурс. И предлагаю участвовать всем активнее, потому что шансы крайне велики. На этом у меня все, ребята. Пока.